Тебе сложно жить, и ты не знаешь, что с этим делать? Нет ничего проще, смотри лайфхаки. Мама купила коробку конфет, но не разрешает ее распечатывать, а нам и не нужно. Просуньте палец в отверстие упаковки и отогните створку вниз. Наклоните коробку на бок, немножко встряхните и получите вашу конфетку. Дальше потрясите коробку вверх ногами, чтобы створка встала на место, и дело в шляпе. Никто даже не догадается, какую идеальную аферу вы провернули. Выходя из дома, вы постоянно забываете, закрыта ли дверь, и возвращаетесь, чтобы проверить. В следующий раз сделайте что-то необычное после этой процедуры, например, потанцуйте. Тогда вы точно не забудете. Если у вас есть вот такой переходник, вы можете подключить к нему компьютерную мышь, а потом смартфон или планшет. Таким образом, можно гораздо продуктивнее серфить интернет-сайты или выполнять другие задачи. В мыльницах без отверстий скапливается много воды, которая становится хорошим рассадником для бактерий. Исправить проблему можно, просверлив дрелью несколько отверстий в ее дне и сделав с помощью термоклея ножки для устойчивости. Теперь вода стекает в раковину, а мыло будет сухое. Если вам нужно что-то подсветить фонариком и одновременно иметь свободные руки, возьмите любую кепку и большой биндер, который надо прицепить на козырек. Дальше с его помощью закрепляем фонарик на кепке, и все готово. Свет будет направляться именно туда, куда вы смотрите. Когда вам надо перевести жидкость в кастрюле и не расплескать ее на кочках, возьмите две резинки и зацепите их за держатель крышки и кастрюли с обеих сторон. Теперь крышка плотно сидит на кастрюле и не слетит при транспортировке. Если вы нечаянно сделали вмятину на деревянной поверхности и не хотите получить от папы ремня, возьмите утюг, полейте вмятину водой и подождите несколько минут. Дальше накройте все это пергаментной бумагой и, включив утюг, хорошенько прогрейте место вмятины. Когда влага испарится, деформация станет гораздо менее заметна, чем до процедуры. Вы пришли к даме на чай и неожиданно захотели в туалет. Оторвите кусок туалетной бумаги и положите на дно унитаза. Теперь звуки приземления объектов будут значительно тише, и все подумают, что вы просто ходили мыть руки. Бывает, что надо обделать деревянную доску каким-то материалом. Нам поможет обычный степлер, который надо развернуть, как показано на видео, и, прижав к доске, сильно надавить. Таким образом, скобы войдут в дерево, позволив быстро и надежно закрепить ткань на доске. Вы любите вареную в кожуре картошку, но не любите ее чистить. Наберите в емкость холодной воды и при наличии добавьте льда. Поместите туда картошку, подождите несколько секунд, и теперь кожица будет отставать настолько легко, что это можно делать руками. Если вам понравилось видео, то делайте, что хотите.